подписчикам, как... Ксения Собчак перечитала стихотворение Сергея Шнурова. Телеведущая предложила своим подписчикам присоединиться к ней и устроить флешмоб после того, как со странички лидера группы «Ленинград» исчез пост об Исаакиевском соборе. Вместо него появился белый квадрат и сообщение: «Здесь была публикация стишка, а теперь ее нет. Спасибо вам, добрые люди». «Понаедут козлы ротозеи и таращат свои глазницы. Подавай, видишь ли, им музеи, а людям, может, негде молиться». Накануне Сергей Шнуров разместил на страничке в Инстаграме свое стихотворение на острую тему по поводу передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Шумен недвусмысленно дал понять подписчикам, по его мнению, никакого музея после перехода Исаакиевского собора в ведение РПЦ в Петербурге уже не будет. «Мерикосы, епошки, прусаки, бездуховность свою всюду сея, испохабить хотели Исаакий, но поднялась святая Россия. И теперь они бродят, собаки, ошалело повсюду глазея. Не подскажете, где здесь Исаакий? А нету, тютя, такого музея».